Весна идет, весне дорогу. Акция с таким названием проходит в областной столице по инициативе молодежи города. Одними из первых к акции присоединились менеджеры молодежного центра «Горком-35». На субботнике вместе с ними побывала и Екатерина Олейникова. Друзья, разбираем инвентарь. Наша задача сегодня убрать тротуар рядом с нашим молодежным центром. Фронт работы обозначен, задача понятна. Чтобы трудиться было веселее, на улицу даже колонки выставили. Бодрая музыка в таком деле подспорье. Здание, в котором располагается главный молодежный центр Вологды, большое. Поэтому работы хватит всем. Освободить от наледи нужно более 20 квадратных метров тротуара. Для удобства обязанности распределили. Девчонкам лед колоть тяжело, потому что он в каких-то местах тонкий, в каких-то он около 10 сантиметров. Поэтому мы с девчонками, наши парни колют, а мы с девчонками выбираем лопатами снег. Молодежный центр «Горком-35» стал первым участником акции «Весна идет, весне дорогу». Провести серию весенних субботников предложили представители молодежного парламента Вологды. Идею поддержал глава города Евгений Шулепов. И первые участники уже подали пример другим. Мы, как одна из самых активных частей молодежи, решили также присоединиться. Сегодня вместе с коллегами, вместе с друзьями собрались в начале рабочего дня, вышли, взяли в управляющей компании ломики, решили очистить Советский проспект вот возле нашего здания от снега, от наледи. Помочь весне вступить в свои права в Вологде может каждый. Для этого нужно привести в порядок дворы, тротуары, территории перед магазинами и организациями. Чтобы обеспечить всех желающих инвентарем, молодежный парламент обратился в городской департамент градостроительства и инфраструктуры. Так что с инструментом проблем не будет. Молодежь города дала почин всем предприятиям, жителям города, чтобы вышли на субботники и, так скажем, помогли город привести в порядок. То есть каждый желающий может обратиться по телефону нашей диспетчерской службы 72 35 53. Там, значит, предоставят инвентарь и, соответственно, могут указать, где можно принять участие. Инициативу молодежи активно поддержали школы и детские сады. Уже в четверг, 5 марта, на уборку города выйдет сразу 4 учреждения образования. Ученики 8-й школы будут убирать территорию вдоль улицы Мира, тротуары на Кирова за школьниками из 32-го лицея. К ним присоединятся работники соседних детских садов 89-го и 49-го. Не останутся в стороне и ТОСы. Район улицы Щетинина взялся привести в порядок ТОС Ковырина. Заречную часть города взяли на себя ТОСы Горького, Некрасовский и Заречья. Территории уже распределены. А основная, уже традиционная волна весенних субботников стартует в Вологде в апреле. Екатерина Олейникова, Михаил Прищев, Вологда-Портал.